Так, доброе утро, ребята. С вами канал Владелец аквариума, и я Дима. И сегодня очередная порция буцефаландр уезжает к новому владельцу в новый аквариум, который он будет запускать в Киев. Тут буцефаландры и тайландский мох. Ну и плюс будет немножко мха бабл. Готово. Запаковано, папоротник, немножко мха, все, что мог состричь, и буцефаландры. Все, буду готовиться идти на новую почту, отправлять это и получать свои еще новые буцефаландры. Я вам покажу, какие позже. Итак, ребята, для вас прошло мгновение, для меня несколько часов ожидания, пока посылка приедет. Посылки... Буцефаландры в Киев я отправил, приехал, забрал свою. Давайте же посмотрим, откроем, какие буцефаландры мне в этот раз прислали. Кстати, напишите, кому интересно вообще вот эти распаковки смотреть, интересно ли. Я буду тогда продолжать. Так, без изменений такая же коробочка. Так, сейчас мы... Вот так вот по-вандальному вскрываем. И что мы видим? А видим мы вот буцефаландры, которые я заказывал. Это Heads и Black Heads. Это мелкие виды. Вот, я хочу, чтобы у меня присутствовали мелкие виды. И вот будем их размножать. Вот, а также что у нас тут? А у нас тут бонус. Red Bee Bliss Aqua Fina Bitter. Продавец второй раз мне ложит этот бонус. У меня уже есть такой вкус. Ну ничего страшного, примотаем туда же. Спасибо ему. Итак, вот собственно распаковка, ребята. А я побежал обустраивать новые буцки в аквариум. Так, буцефаландры, которые я сегодня получил... Я разместил временно даже не на лаву, а вот примотал к трубкам. Подписал их. Heads и Black Heads. Посмотрим, какой у них будет цвет. Название говорит о том, что вроде бы они должны быть темного цвета, но пока я вижу, вот они зелененькие. Ну и бонусная вот Red Bee Bliss Aqua Fina Bitter. Еще одна мне приехала, вот она. Вот. Жду еще одну посылку интересную. И с помощью нее я уже буду размещать буцефаландры правильно. Потом сделаю вам видео. На сегодняшний момент по отправкам, по запаковкам, распаковкам все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк.